Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня хочу показать свои изменения, что у меня поменялось в моей оранжерее. Смотрите видео до конца, будет интересно. Ну, пойдемте. Ну, вот так вот разрослись растения. Ну, здесь у меня небольшая перестановка. Мои красавцы-папоротники переехали вот в такой светлый уголочек. Здесь у меня два папоротника. Один пониже стоит, а второй повыше. Ну, папоротники, конечно, они у меня всю зиму такие зеленые, хорошие, простояли. А тем более сейчас уже весна. Вот видите, все цветет. Бугенвилия такая в кадр попала. Красоточка. А вот и мои изменения, если вы заметили. Перекрасила я полочку в белый цвет. И мне так очень нравится. Очень так свежо, нарядно даже. И там очень хорошо вписались мои орхидеи. Да и вообще даже, смотрите, просто зеленые растения тоже очень сочетаются хорошо. На белом фоне выделяются. Ну, орхидейки-то вообще здесь. Смотрите. Цветем, все хорошо. Это вообще такая большая. Вот такая полочка получилась. Нарядная. Но это еще не все. Я и перекрасила еще кухонный гарнитур. И все теперь беленькое такое, хорошее. И растение. Вот здесь так полочка с этой стороны выглядит. Посмотрите. Это решеточкой очень-очень декоративно смотрится. Просто красота. Здесь еще красная бугенвилия. Это на фоне белой полки. Очень хорошо выделяется. Здесь у меня вот так вот. Такая красота. Ну и растения я поставила еще поверху гарнитура. Видите, бугенвилии стоят. Ну, в принципе, здесь светло. Сейчас солнечно, и так что света всем будет хватать. Здесь в центре комнаты тоже поменяла. Здесь у меня теперь антуриумы стоят. Такие большие тоже стали. Ну и красотка бугенвилия. Вообще обожаю это растение. Красиво, очень ярко. И мандарины тут, и бугенвилии. И здесь тоже. Посмотрите, какая красота. Огромная, огромная ветка цветущая. Аспарагус, кстати, смотрите, как разросся хорошо. Он был маленький вообще. Но ему нравится. Очень хорошо вырос. Здесь у меня полочка над аквариумом такая. Здесь тоже бугенвилия.
Здесь варигаточка цветет. Но она такая, что-то она лысенькая, но цветущая. В общем, все зелено и все цветет. Кацо поет. Все, в общем, замечательно. Ну и покажу свою королеву, свою мединилу. Посмотрите, что творится. Здесь вот такие еще небольшие бутоны, а там, смотрите, вот, уже какие свисают. Такие, могу сказать, огромные. Цветочки такие, да? Очень такой раскидистый кустик. Прям очень. Места занимает очень много. Листья такие большие тоже. Ну и здесь тоже у меня орхидея. Такая крупная. Крупноцветковая. Ну и, конечно же, бугенвиллия. Куда ж без бугенвиллии? Посмотрите, какие цветы большие. А на улице еще снег. И причем еще очень много снега. Хотя уже скоро конец марта. Эсхинанту смотреть. Кацо. Ну вот, когда его снимаешь, он вообще не поет. Он только смотрит. Ну, со всех сторон такие виды красивые, что хочется показать. Ну, вот такие вот у меня новости. Думаю, что вам тоже понравится моя идея перекрасить в белый цвет. Ну, полка, как вы помните, была такая коричневая, а гарнитур темно-красный. Вот. Вот такой итог. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.